банковский банкомат надо найти. Гуляем по Тюмени чуть-чуть. Вы не скажете, где Сбербанк? Банкомат. В каком? На автовокзале? Да, понял. Коньячок таксисты предлагают сразу. Левачок. Вот такая вот Тюмень. Тюменище такая. Витуля. Здесь уже более новый вокзал. ЖД вокзал. В Омске старенький, но он красивенький, а здесь более цивилизованный. Видите, какой вокзал? ЖД вокзал. А вон там, друзья. Агентство ЮТР. Короче, как я предполагаю, скорее всего, это вертолетная компания. Просто перевозки вертолетные, ЮТР. Сейчас, короче, негра видал. Настоящего негра. Не подделошного. Так, а время у нас. Время. 23.05. У меня еще есть минут 20 погулять. Но я не буду гулять. Нафиг надо по такому ветру гулять. Яндекс.Такси наяривает, все как надо. Сейчас, короче, выходим. Через переход пойдем. Через ведук. Ведук пройдем. И к вагону. Ветерок. Ну так, ничего, прикольно. По самому городу можно полазить, короче, посмотреть. Сейчас зайдем сюда в магазин, глянем цены. А у вас булка хлеба почем? 25. А больших нету булок? Маленькие, да, 30 рублей? Так, колбаски такие. Булок. А самая дешевая кока-кола у вас сколько стоит? 160. А сколько там объем? Литровая. Сколько? Литровая. Литровая, да? А вы не скажете, где чупа-чупса можно купить, пачку большую? Чупа-чупсы? Ну да. А, вот. Но они у вас не в коробке. Нет. По 25 рублей. Да. Что-то дешевые они у вас. У нас они по 70 продаются. Большую, наверное. Ну да, такая большая упаковка, чтобы была. Дешевая что-то. Вон, яичко купите в подарок. Яичко, а можно посмотреть? Вообще классно. Подарок. Сколько оно у вас стоит? 1400. Обалдеть. А что там а за игрушка? А что вы хотите, если маленький чупа-чупс, этот маленький-то сколько стоит? А здесь про сколько? Игрушка обалдеть, хорошая. А там поди, наверное, настоящая игрушка. И игрушка хорошая. Электронная поди.
так, я ребенка брала своему. А в больших упаковках есть такие? Они по сколько штук идут? Вот, допустим, подарочный набор я сейчас возьму у вас. Нет. Нету такого? Это вообще последнее осталось. Последнее? Блин. Их в лед разобрали. А вы подождете минут 20 там? Конечно. Я сейчас сбегаю за деньгами возьму. Конечно. Вы до скольки работаете? Да мы круглосуточно. Круглосуточно? Конечно. Хорошо, я сейчас тогда возьму. Я даже его за 1700 куплю. Сейчас подождите только. Хорошо? Сейчас подождите. Не-не-не, не надо. Ничего не надо. Коньячок уже 3 раза предложили. Надо быстрее, короче, валить за деньгами, яйцо покупать. Киндеровское, блядь. Как бы мне поезд-то не спутать, друзья. Вот он полетел. Классный, короче, паровоз, друзья. Сейчас спарим. Снимаем такой поезд. Начинаю, ребятки. Так, а время у нас 9 минут. Всего-то 1400 яйцо стоит. Ребята, сейчас вон не вон. Наш, походу, паровозик. А у вас киндер сюрприза нет случайно? По 1500 рублей таких здоровых нету? И не бывает? Ну да, большой такой. Да, для обоих. Большие? Яйца большие, что были такие? Нет. С булку хлеба. А, нет, ну просто надо как киндер-сюрприз большой такой, чтобы... Нету таких, да? Ладно.